А что в руках у вас? В руках у меня памятник солдату. Это эскизные работы, выполненные в технике окрашенного дерева. Это работы последнего года. А покажите ее с другого боку немножко. Ее имеет смысл показать со всех сторон. А расскажите еще вот о тех работах трех. Эти работы интересны для меня тем, что я затронул здесь проблему соотношения вертикали и горизонтали с природными линиями. И для меня это было некоторое открытие, потому что я всегда интересовался, как они сосуществуют в природе. Дальше вы видите работу проволочную. Это работа фауна и нимфа называется. И а вы подойдите к ней, а вы к ней... Тема она интереснее. Подойдите к ней, пожалуйста. Тема она интересна, проволочная скульптура, тема интересна, что она, с одной стороны, позволяет видеть анатомию скульптуры, а с другой стороны, она всегда смотрится с заполнением тела, в пределах контура, заполняет как бы тело скульптуры. Вот. Дальше скульптуры темные, это из ольхи. Значит, пропитанный маслом. И все остальные... Ольха пропитанная маслом. Да. А следующее за ней скульптура из одинаковых элементов. Такой гармонист своего рода. Дальше скульптура... Маленькая. Как и все остальные минималистские, с простыми... формами, с простыми приемами, простейшими приемами пластической обработки. И, наконец, скульптура вертикаль с контрастными линиями, горизонтальными контрастными линиями. Это слева, самая левая. Самая левая. Но это даже не линии, это какие-то отрезки. Отрезки линий, я же не могу их продлить до бесконечности. Вот. А висячие скульптуры – это тоже деревянная окрашенная скульптура. У них есть название? Ну, это, в общем, такая кавалькада таких валькирий, условно их можно назвать. Значит, это в то же время и насекомые, и птицы, и какие-то светящиеся тела, летящие в ночи. Вот, выполнены они из самого простого бросового материала. Красивые. Корабль еще не закончен, снимать рано. Какой корабль? Фрегат. Минималистский подсвечник. Работа Сергея Александровича Павловского и Лидии Павловны Хромовой. Над ее портретом висит ее последняя работа, написанная за 3 дня до смерти. За 3 дня до смерти. Да, а эти две работы написаны летом 67-го года. Одна написана с уровня первого этажа, другая с уровня 9-го. Да. Это Ховрино, которое было в те времена, очень точно изображено и очень точно передано состояние погоды.
того жаркого лета. Так, ну вот все, пожалуйста. Что... А откуда у вас гитары? Что? Гитара откуда? Гитара – это вот та гитара, подаренная родителями, когда я был 19 лет.